Друзья, здравствуйте! Приветствую вас на моем канале. Сейчас ты смотришь 20-ю часть 2-го сезона прокачки с нуля в Escape from Tarkov без барахолки. В прошлой части мы выполнили распродажа, а также каратель часть 2 и улучшили пищеблок на 2-й уровень. Также хочу поблагодарить за финансовую поддержку канала Максима и Михаила Шпателя, а также за ваши комментарии Тамерлана Алтаева, Форты 39 Рус, Романа Черного и Витька Хеллдайвера. Так, ребята, ну что, продолжаем изучать улицы Таркова за Дикуса, а также собираем предметы. На этот раз мне нужно собирать саморезики. Да, для улучшения нашего схрона мне нужно насобирать саморезы. Казаны, кстати, тоже рекомендую 4 штучки лишние собрать. Они нам пригодятся с галочкой для открытия этого самого. Скажите, я скажу. Для открытия вылетело из головы нового торговца на маяке. Вот. Так что, ребята, собирайте. Это мы, получается, под этим самым, под Конкордией, по-моему, в подвалах. Давайте отсюда выберемся. Да, вот стройка. И вот, собственно говоря, сама Конкордия. Вот это, я думаю, мне не пригодится. А давайте-ка попробуем полутать Конкордию. Просто пробежимся по всем помещениям, куда мы сможем залететь. И посмотреть, спавнится ли здесь лут или нет. Будем, короче, по очереди все проверять. Ага, крайний подъезд — это продуктовый магазин. И да, даже он спавнится, тушенка. Да, фризы, конечно, такие серьезные происходят. Мне вот интересно, давайте проверим FPS 1. Вот я бегаю, у меня FPS 57 самый большой, 60 на месте стою. Может, мы, короче, сейчас я попробую поставить себе этот самый NVIDIA DLSS. Я не знаю, поможет это вообще или нет. Ну, 62, это я разворачиваюсь с краю карты, поэтому FPS поднялся. А так, короче, FPS до 60, вот я бегаю. Давайте, графика, NVIDIA DLSS. Давай баланс поставим. Поможет нам это дело или нет? Но FPS вроде бы такой. А, не, он 40, что-то 30 вообще. Такое, как будто бы вообще обратная помощь пошла, еще хуже стало. Powerbank. Вот здесь электроника спавнится. Короче, разницы, я так понимаю, вообще никакой. Вот этого DLSS. Этот подъезд мы полностью пробежали. Мне ж интересно, где лут может спавниться. Вот эта сумка лутается, да? Да. Подвинься, дружище.
Тут можно повыше забежать уже на третий этаж. О, 35-я комната. От нее, по-моему, у меня ключик есть, если я не ошибаюсь. А хотя нет, что я туплю? Это же не высвечивает ничего. Потому что если оно можно открывать, видно будет. Чего у нас тут? Показалось то, что разведданные лежат. Компьютер с видеокартой. Почти. Опа, драгоценности. Короче, есть смысл заходить в Конкордию, лутаться. Так, а мы пробежали вообще откуда? Пролом в стене куда-то. Ну, здесь я не был, он сумка стоит. Что-то я, короче, уже потерялся немного. Сигареты, которые не лутаются. Стоп, отсюда ж, правильно я прибежал? Да, отсюда мы зашли. Вот это я вот дело посмотрел. Да. Вот это я тоже посмотрел. Все, теперь вот сюда бежим. Целые лабиринты. Вот тут можно, возможно, ключ. Ага, это следующий подъезд. Правильно, что это уже получается, можно выйти. С концами. Это я просто перебежал, получается, в соседний подъезд. Потом мне уже нечего было делать. Однозначно. Ну и чё тут за хуйня? Хуело ты, бля, а ты хуело ты, конец тебе, бля! Это в подвал. Это тоже подъезд. Опа, трупик. Неплохо. БПшкам я всегда рад. Так, ну здесь все понятно. Получается, вот это вот здание я... А нет, стоп, не полностью оббегал. Или полностью? Не, полностью. Вот это вот надо еще проверить. Я помню, туда точно заходить можно. Терракорд. Стройка. Давай еще здесь пошаримся, посмотрим. Лавочки. Со спауном. Кющенка. Звук такой прикольный. А на этих лавках спавнится, интересно, что-то. Попить. А вот здесь сумка и сюда можно зайти. А вот двери. Отлично. В мусоре ничего не валяется.
это в этот подвал, судя по всему, спуск. Ну и все, это уже стройка. Блин, ну на стройке там тоже ништяков куча. Пойдем сначала посмотрим вот это вот здание. Отсюда я уже пойду потом дальше стройку лутать. Так, ребятушки, а ну, влево-право разойдись. Нет, ничего интересного. Тоже в подвал спуск. Бля, сколько тут диких. Тоже, возможно, дверь с ключом. Топ. Что это? Ага. Мешки вот проверяйте. Может, какой-то ништячок заспавнится. Если будете смотреть. Инструменты тоже спавнятся. Здесь я, по-моему, тоже ошивался. Или не ошивался. Да, был закрытый вот этот вот ящик с инструментами. Еще один. Стоп, это все. А, вот здесь, да, я бегал. О, давай вот здесь посмотрим. Мне кажется, здесь драгоценности должны... О, витамины. Медицина здесь спавнится. Обнаружили. Еда и драгоценности, да, все верно. Не зря посмотрел. Раздевалка спортзала, судя по всему. Датчик. Ну что, магазины выкидаю, выйдет ЧВКшник. А даже пострелять в него не смогу. Гнида. Это сам спортзал. Здесь мы тоже были. Ботик там кого-то спалил. Ворон мне нужен. Ворон мне нужен. Пожертвуем медициной. Приходит время, когда уже лут некуда пихать. А, вот это уже вот база босса получается. Давай здесь тайничок глянем. Ага, с этой стороны я его никак не гляну, ладно. Там мы уже 300 раз бегали, все смотрели, неинтересно. Давайте сюда будем, в эту сторону изучать. Спам медицине в холодильнике. Давай, мочи их! Полочки. Думаю, на них тоже что-то может спавниться. Картотеки не лутаются. Серверная. Возможно, электроника здесь спавнится. Такого ничего интересного. Нормально.
Да и в целом, в принципе, тут помещение такое не очень интересно. Закрытая картотека. Так, получается, полностью здание пробежал, пролутал. Погнали стройку смотреть. По мусоркам полазим. Марк Бомж. Так можно и назвать часть. Ух ты, Илья нашел. Как сюда? С той стороны можно пролезть, наверное. Ага, вот. Блин, а надо посмотреть, может тут кто-то диких настрелял. Получится какую-то разгрузочку, либо рюкзачок побольше найти. А то что-то с местом вообще печальненько. Блин, а это... На АС вал магазин. Я бы его хотел забрать. Давай часы скинем. Здесь, похоже, лутались ребята частично. Я сейчас так чисто вокруг пробегусь, посмотрю трупы диких. Ага, вот труп. Тарзан. Не знаю, получится у меня им место сэкономить или нет. Судя по всему, да. Вот так я точно забираю. Это забираю. Вот это вот. Дальше БПшки. 100% забираю. Коня можно махнуть вот так вот. Оставим место под 100% лут, который я точно буду забирать. О, еще труп. Он получается раз, два, три. 12 занимает. 12 занимает, дает 14. То есть 2 ячейки прироста. Здесь занимает, дает 8. Занимает 6. Тоже 2 ячейки прироста. Давайте лучше вот этот вот заберем. О, можно вот так вот сделать. Все, я придумал сейчас. Это ж разгрузка больше. Вот так вот. Это вот так вот. Собираем тетрис. Больше трупов не видно. Не видно. А теперь можно дальше лутаться. Место поднатаскали. И ящики, которые не лутаются. Такой долгий рейдик за дикого получится. Я-то думаю, здесь ребята уже все посмотрели, полутали. Но мы все же посмотрим. В начале рейда, конечно, здесь четко по-любому будет. И все полутали. Куча ящиков с инструментами. Кто-то бронь нашел.
свою скину. Такой как челоботик. Вот этот мы смотрели? Нет. Здесь были, здесь смотрели. Так, второй этаж. Даже третий есть. Так, ну давайте пока второй. Коня тоже, конечно, было бы хорошо забрать с собой. Я пока себе только один планшет для документов выменял. Вот было бы неплохо еще парочку наменять. И что-что, ткани там точно нужны. Че, не кони, кони. Так. Пулемет. Можно повалить кого-то в Конкордии. Еще такую вот разрушечку вообще будет симпатично. Второй этаж поскуднее немного получается по луту. А, третий этаж заблокирован. Все. Стройку мы полностью пролутали, можно сказать. Ага, вот еще трупик. Не заметил. Еще труп. Нормально тут кто-то диких настрелял. Так, ну что, подъем дальше. Время у нас 15 минут. Спуск в подвал, вход в катакомбы. Вот вход в катакомбы у меня, по-моему, недалеко где-то находится. А, вот там вот. Спуск в подвал, катакомбы. Вентиляционная шахта. Не надо бы такое вообще в сторону выхода бежать. Эту часть, я думаю, мы еще пролутаем, посмотрим. Обязательно. Сумочка. Как-то не замечаете, что вообще чересчур тихо на карте? Никто нигде не стреляет. Шума никакого такого не происходит. Как-то слишком все хорошо и спокойно. Ближайший выход ко мне находится вот здесь вот. Вентиляционная шахта. Бежать, я думаю, туда где-то минутки две максимум вообще. Поэтому можно вот сейчас вот полутать базу босса. Вот, это я ее так называю. Это не значит, что здесь босс спавнится. А внутри я тут так не могу просочиться.
Зайдем, значит, через парадный. Ух ты! Вай-вай-вай-вай-вай. А лутаны интересные или нет? Красным горит. Я думаю, даже может быть не лутаны. Не лутаны. Шикардос. М62. Мешочек бы какой-то вдали. Или разгрузочку. Ген 3, вот это вот хороший ресивер. И он, по-моему, там где-то по оружейнику нужен будет. Так, шутовская рубка. 5.56. Вот это вот хорошая штука. Зеленый сигнальный патрон. Слушай, может, соберем его? Мне ж там надо будет. О! И вот так можно. Мне ж нужно будет это самое. F1 скинем. Сделать задание по выходу на улице Климова. А ракетницу я уже вынес. Вот можно будет выйти с ракетницей, попробовать. По крайней мере, выйти с ракетницей и сделать это задание. Не знаю, оно так работает или нет. Но попробовать стоит. Шприц. Сейчас пробежимся, посмотрим диких. Здесь же тоже лазит много. А здесь, походу, ребята лутались. Да, абсолютно все пустое. Вот сюда вот сейчас вот пробегаем, смотрим трупики. Вдруг еще что-то по шмоткам получится нарешать. Здесь уже при мне кто-то лутался. Что-то непонятно. Обычно здесь дикие бегают, а вот смотрю, нету. И трупов не видно, и диких не видно. Так, есть мне смысл от повербанка, я вот не знаю. О, перелив, шикардос. Вот это я сейчас смогу себе кейс для медикаментов выменять. Что у нас тут-то? Пулемет. ТВКшников, я думаю, уже не стоит бояться. Десять минут. Дрель. Граната Powerbank, 2 штуки. Аккумулятор. Неплохо. Что-то у нас тут такое.
По луту очень даже так неплохо у нас получается. Здесь тело полуталось. Наверх можно заскочить? Не, наверное... А, вот же ж, ё-моё. Что у нас наверху? Ничего интересного. Семь минут. Время пока есть. 7 минут. Смотрим, что у нас криво лежит. Опа, стой. Перфо. Короче, что-то там. Забираем. Здесь, походу, ребята лутались, просто не увидели. Так, время пока позволяет. Лутаемся. Ага, здесь уже были. Были. Вот я не знаю, они же вроде пофиксили вот эту вот ерунду, то, что открытые стоят. Сумки, курточки. Но здесь явно пролутано, видите, открыто. Может, оно еще как-то криво работает. Что-то убрали, что-то не надо. Посмотреть, кстати, сколько вот эти вот препараты денег стоят у терапевта. Чтобы понимать, есть смысл за мясник что-то брать или лучше их забирать. Давай вот здесь вот, короче, вот это вот смотрим и идем на выход. Вдруг какая-то непредвиденная ситуация. Кто-то начнет там стрелять, что-то произойдет. Лучше чуть-чуть заранее прибежать. Я не знаю, откуда вот ребята все знают про этот тайничок. В последнее время, что не зайду, постоянно пролутанный. Где-то, наверное, уже гайдик есть. Ладно, побежали к выходу. Выход у меня вентиляционная шахта находится вот здесь, прямо перед кинотеатром Родина. Сука ты, блядь, не упырь, блядь, гнида, блядь. Вот здесь же тоже можно что-то подлутать по пути, посмотреть. Сумочки какие-то, ящики. Вон сумочка стоит, по-моему. Мне показалось. Вот там вот, по-моему, сумка стоит. Но я уже далеко оттуда отбежал. Ну что, давайте идем. Стоп, это труп. Не, не труп.
выходу. Давайте сначала вот тут вот посмотрим диких. Может, здесь кто-то кого-то убивал. Не, не видно. Ну что, давайте выходить. Такой неплохой, я считаю, рейдик за дикого у нас. Да, блин, переступишь ты эту ерунду. Получился. Лута тоже очень даже так солидно. Не понял. Ага, с другой стороны просто нужно встать. Я уже думал, может, что-то с выходом не то. Так, ну что, заходим к терапевту. Где наш тут кейс для медикаментов? Вот он, пожалуйста. Так, все правильно. Нажимаем по рукам и обмениваем. Наконец-то. Вот что-то теперь у нас и медицина теперь может храниться в нормальном месте, а не раскиданная по разгрузкам. Так, продолжаем выполнять квесты на развязке. На этот раз я зашел ночью. Как вы видите, я думаю, это очень заметно. Мне нужно выполнить также филин. Я хочу прокачать егеря на 3-й уровень лояльности. И для того, чтобы это сделать, мне нужно убить ночью 5 диких. Вот. Не используя ПНВ, либо теплаки. Вот. И мой выбор, собственно говоря, вот упал на развязку. Так как здесь, в принципе, все, ну и так нормально даже ночью видно. Вот. И мне точно так же здесь нужно выполнять квестики, а конкретно убивать ботиков. Поэтому вот сейчас я вот сюда зашел, я думаю, сейчас пробежимся, посмотрим тайнички, пойду туда к железной дороге по тайничкам пробегусь. А после будем бежать, наверное, к Теске. После Теске я пойду на этот самый, внутрь буду заходить. Вот, а дальше уже будет видно, посмотрим. Тут вот тайничок посмотрели, погнали теперь в ту сторону. Посмотрим тайнички, полутаемся, побегаем, спешить нам никуда вообще не нужно. Нам нужно настрелять вообще там целую просто гору диких. Поэтому пока я их не настреляю, с этой карты я не собираюсь выходить. Единственное, конечно, может быть тут какой-то чересчур ценный, который мне очень как нужен. Будет обнаружен. Здесь ЧВКшник может быть сейчас. Спаун здесь присутствует. И куда он побежал, пока неизвестно. Поэтому надо аккуратненько все проглядывать. Сейчас пока туда-сюда побегаю. По идее, дикие должны будут везде появиться. И мы пойдем на охоту. Пока неплохие вот такие вот предметы находим. .45 на 39 FMG. Не помню я такой патрон, если честно.
Опа. Вот то, что я вам и говорил. Я не выйду с локации, если не попадется какой-то интересный предметик. А вот эта вот видеокарта нам говорит, что если я сейчас выйду живой... Денег только нету. Я относительно быстро смогу закрыть садоводство. Поэтому внутрь я вот уже заходить не буду. Сейчас пробегусь, наверное, через подвал ID и постреляю там диких. И если там кого-то убью, то буду двигаться сразу в сторону МЧС. Если там никого не убью, то можно будет посмотреть диких на теске, а потом побежать на выход. Я вот провтыкал, надо с собой не забывать денежку кидать на развязочку. Очень такой хороший рейдик получился. Я очень даже таки доволен, очень сильно доволен. Так, сначала заходим, отдаем видеокарту и кулер. От кулеров нам, конечно, еще целую кучу нужно передать. Также по авторему отдаем свечу. Одна, кстати, осталась всего, неплохо. Также я хочу сейчас собрать, попробовать... Калашик. У меня там куча разных модулей интересных есть. Имеются, по крайней мере. И вот я хочу посмотреть. Он уже идет с пламегасом. Но у меня есть пламегас получше. Этот плюс отдачу, плюс эргономику. О, вот этот вот. Режет отдачу и режет эргономику. Также поставим им блоковскую ручку. Пойдем с ПСО, с ПСОшкой. Ручек у меня нет. Приклад. О, вот это нормально, дымы собрали. Единственное, тихо с него стрелять не получится. Ну, это уже такое дело. Уже второй вопрос, так это скажем. Также у нас теперь готова к улучшению аварийная стена. Насобирали мы вот этих вот всех прибамбасов, которые здесь нужны. Нажимаем улучшить. Ждем 12 часов уже теперь. Интересно, после этого доступен нам теперь будет вот это вот помещение или нет. Так, вот мы снова на улицах Таркова за Дикариуса. На этот раз мы в отеле Пайнвуд находимся. Давай, мочи их! Ух ты, как... Места у меня там много. Что, на этот раз попробуем лутануть отель? Или пойдем куда-то в другое место?
Так, для начала нам надо вообще определиться, куда мы пойдем. Я хочу полутать общаги. Это у нас Климова. Сюда нам точно нельзя. Вот сюда нам надо. Ага. Прибежали. Блин, а я как-то вообще провтыкал, что это ЧВКшник. Вспомнил, что у меня есть еще квестик на улицах Таркова. Поэтому, ух ты, блин. Вот, пожалуйста, я сюда зашел. Ага. Это ж меня убили тогда, я помню. Я бежал вот так вот. Вот там спаун из ЧВКшников. Где-то оттуда по мне стреляли. Мне получается, нужно найти письмо переписи. Особо так лутаться я здесь ничего не хочу, если честно. А вот это вот письмо найти мне нужно к Пайнвуду. Это где-то вот сюда мне, короче, нужно бежать. По-моему. Блин. Ох, пошла войнушка. Мне получается, нужно в здание жилстроя. Это здание у меня... А, все. Блин, сориентировался. Давай закинемся. Это мне как раз вот сюда и нужно бежать. Если я не ошибаюсь, А, не, стой. Туда-сюда, наоборот, туда нужно бежать. Это у меня вот здесь вот отель. И мне нужно вот сюда, блин. Вот это я, конечно, навигатор. Что-то у нас тут дырка какая-то. О, вот это вот общага. Если я не ошибаюсь, это здесь лута миллион просто. Это мы где-то вышли, непонятно где. Ладно, давайте пролутаемся, раз мы здесь уже. В этом здании. Я как раз себе соответствующий мешочек взял. Картотеки. Покушать стоит. Бот где-то орет.
Она ж огромная, эта общага. Ничего интересного пока не дают в картотеке. Вот спан драгоценностей, пожалуйста. Электроника. Еще драгоценности. Ты дикий? Hello. Don't shoot. Это ЧВКшник? Кардура. Таркола. Так, покушать, поесть мы нашли. А, вот где это здание находится. Вот у нас тройка сразу. Еды тут, как видите, вообще достаточно. С голоду не умрешь. А, это здесь можно выше подняться. А если выше не хочется? Еще еда. Хоть метаболизм покачаем. Мыло стоит такое, слышишь, нагнулся, тебя сразу раз приняли сзади. Уверен, что это все подстава. Еще еда. Еще спам драгоценности, которые я выпустил. Погнали выше, поднимемся. Это у нас второй уже этаж. Давай сначала пойдем. С какого-то конца, чтобы не теряться. Мусор валяется. Сахар. Патроны. О, давай, слышишь, ППшки на всякий случай возьмем. Пусть будет. Блин, фрезы, конечно, страшные.
Самогон. Неплохо. Еще драгоценности. ЧВКшник бегал. Только не говорите, что я крыса, я просто лутаюсь, исследую территорию. Так получилось. А туда можно проползти, да? А если я не хочу туда ползти? БПшки. БПшки, БПшки, патронов себе уже на... Серьезно? Нормально, я думал, что этот квестик с ключиком. Хожу такой, значит, знаю этот, исследую территорию. Ляп, квестик выполнил. Кто-то ходит. Прыгает. Где-то ЧВКшник рядом. Слушайте, ну вот это здание на лут вообще такое солидное. Здесь с ключиком, а здесь ничего, да? Погнали на этаж выше. Ну и чё ты сюда приехал, а? Где он прыгал, интересно? Так, здесь мы были. Погнали выше. А вот этого мы вот здесь убили, да? Надо было потом во дворы выйти. Посмотреть. Последний этаж. Ух ты, вообще, слушайте, тюрьма какая-то. На втором этаже такие прям нормальные комнаты, на первом. Эти закрыты. Тут можно телепортироваться на второй этаж. Вот это вот лутается. Слушайте, типа как меченка какая-то. Только по луту, если честно, ничего не вижу. Трупы валяются. Ладно. Так что нам только спускаться получается. Патроны еще. Стоп. Не, показалось, что что-то ничок. Свеча. Последняя. Блин, хочется теперь на выход уйти. Мне это интересно, там есть другая сторона этой общаги. Как туда попасть? Там, помните, такая вот, я вот на втором этаже шел, и как стена рухнувшая на целый этаж. Сахар пропустил. И слева где-то кто-то крутится. Hello, bro. Так, вот здесь же я лазил, получается. Да, он ЧВКшник убитый мною. Отсюда где-то я зашел. Ага, вот выход.
А, вот здесь можно на... Не, нельзя на второй этаж подняться. Здесь можно только выйти. Это 20 уровень, такой уже нормальный ЧВКшник. Можно и подлутать его. Только что-то ерунды он какой-то налутал. Так, вот так у нас перегруз. Будет или не будет? Вот все самое интересное сюда перемещаем. Ну, пускай вот это тоже будет. Вот так вот. Вот так, вот так. Вот так. 36 килограмм. В принципе, пока нормально. Стоп, а вот это вот, по-моему, то здание, которое мне нужно. Интересно, вот эти вот здания тоже лутаются? Да. Бля. Нормально так. Картотеки стоят. Блин, интересная карта. Сколько здесь лутать, смотреть. Но мне нравится то, что тут именно достаточно много мест, которые можно пролутать. То есть не обязательно тебе там где-то в одном месте тусить. Он есть стройка, есть вот этот вот, получается, вот общага. Тут тоже вот лута, как видите, куча. Потом есть база босса, вот это вот. Я ее так называю, вот. Короче, достаточно мест, куда можно, блин, уже темнеет. Главное в потемках потом не заблудиться. Тоже шкафы стоят. Я думаю, тут тоже где-то по-любому драгоценности должны спавниться. Но пока что-то пустовато. На этом все. Этаж говорит. И вот этот вот последний. Курточка. Уже неплохо. Сумка. Мне вот интересно, сколько это нужно вбить информации, чтобы сделать полноценную карту по улицам Таркова. Ага, инструменты. Вот, то есть каждое здание, которое лутается, вот этот вот, каждый этаж обрисовать. Да блин, это, наверное, это геморрой вообще страшный.
Здесь пока по квартирам ничего интересного найти не получается. Но вот я что-то... Ух ты, блин. Ух ты. Снайпер. Слева кто-то бегал. Hello, bro. Don't shoot. Водится молоко. Так что сделать больше здесь точно нечего. Закройся. Кто-то где-то подо мной бегает. По дороге, по-моему, убежал. Кто-то лёг. Hello, bro. Don't shoot. Hello, hello. Право бот, слева ЧВК бегает. Где-то здесь. Бля, он не отзывается, мудак. Я еще фонарь не поставил. Да, может, как-то слиняем в другую сторону. Это уже спокойно могут быть челоботы. Мне бы просто сделать задание, уйти и все, и никого не трогать. Да где-то он у этих гаражей был. Блин, это не те здания. Вообще непонятно. Или все-таки это оно? Конечно, это слишком большое. А это я вообще на улицу вышел куда-то. Нету тут таблички.
Короче, что-то вообще я заблукал немного. Здесь пройти не получится. Вот, блин, ЧВКшник какой-то. Блин, еще протупил, мог его спокойно убить. Убежал. Hello, бро. Здорово, ты слышишь? Блин, а чё он не отзывается? Он слева, по-моему, где-то. Так, где у нас выход? Погнали на выход. Подземка. Я ж тебя слышу. Вот уёбок, блядь! И как мне теперь отсюда, через эту сторону слинять? Да ходит, крадется там что-то. Ладно, погнали. Шикарно. Прибежали. Блин, это кто это меня только что откуда вообще убил? Ну сколько бегали, такой рейд пробежали, сколько мест пролутались, и какой-то Форди ТТВ меня убил в голова уши. Я думаю, слишком большая уже и так эта часть будет у нас получаться. Поэтому будем, наверное, все-таки заканчивать эту часть. Всем спасибо за внимание и всем пока.